Всем привет, дорогие зрители, с вами автор канала VM Channel, и решил я записать видео по новостям и дальнейшей жизни моего канала. Самое важное, что я хочу вам сказать, это в случае блокировки YouTube, я буду выкладывать видео в нашей группе ВКонтакте. Думаю, что на этой платформе у нас получится продолжить жизнь этого канала. Все желающие, переходите, ссылки есть в описании и в закрепленном комментарии. Что можно сказать про нашу дальнейшую жизнь? Буду продолжать снимать полный привод. У нас еще очень много материала по полный привод 2 Unlimited. Там и, конечно же, у нас все мои дорогие подписчики, которые меня очень активно поддерживают, знают рубрику Freud Battle. Конечно же, мы будем продолжать ее, несомненно. Есть в планах придумать что-то похожее и в других играх. Пока что это все в стадии такого обдумывания. Стадии зародыша, так сказать. Ну, тут же будет все, конечно же, зависеть еще и от вас. Если вы поддержите эту рубрику, то, конечно же, будем продолжать и экспериментировать с другими играми. Также есть варианты, когда подписчики дают некие задания, я их выполняю, снимаю ролики и выкладываю. Есть еще варианты всевозможных экспериментов. Вот, экспериментировать какую-то определенную машину. Так как в полном приводе достаточно много регионов, где можно испытать машину. Ну вот и узнать, как она там себя ведет. Вот, сравнивать какие-то определенные машины. В общем, ну, такую своеобразную рубрику. Эксперименты, что ли? Что-то в этом роде. В целом, идей очень много. Так же, как и игр, по которым можно снимать материал. Я не хочу, конечно же, ограничиваться одним полным приводом. Вот, скоро, думаю, у нас мы будем постепенно переходить на третий полный привод. По нему тоже много материала можно отснять. И, конечно же, может быть, будем снимать еще и обзоры. У меня в планах отснять обзор на Hammer Extreme Edition. Попробовать сделать видеоролики по модификациям для данных игр. Конечно, их очень-очень мало, но в целом уже я как что-то умудрился найти. Но беда еще в том, что большая часть модификаций, которые нашел, они просто не работали. Вроде все делал как надо, но вот и не работают. Ну еще, конечно, могу попробовать сделать очень большие обзоры на каждую игру серии полный привод. На ютубе то вроде бы есть какие-то обзоры, но они какие-то не те. Ну, в плане того, что они так поверхностно объясняют. А я, так как уже, так сказать, уже опытный игрок, вдоль и поперек знаю эту игру, могу, конечно, тоже попробовать сделать такие обзорчики. Прям вот детальный разбор. Мне самому нравится такой формат видео, да и вот и на примере других летсплейщиков, которые делают такие большие обзоры на свои любимые игры, вот, они пользуются большим спросом, такие видео. Они всем нравятся, когда ты делишься опытом, какие-то там баги, фишки, там минусы, плюсы этой игрушки, на что она так тянет, почему у нее так интересно играть и все в этом роде. Это все еще пока в разработке.
Пока что-то у меня в голове крутится. Вот. Вы можете, конечно же, и сами идеи предлагать. Предлагайте в комментариях. Буду тоже, конечно же, рассматривать их. Мне очень приятно будет, что вы тоже мне что-то предлагаете. Вот. Новые игры, конечно, имеются в виду раллийные, так как конкретно вот таких вот жестких оффроуд игр, так сказать. Ну, там вот только если вот самый банальный пример — это вот Spin Tires. Ну, по Spin Tires там, ну, лично мне особо там снимать нечего. Вот, ну, может быть, когда-нибудь я еще к нему вернусь. У меня были видеоролики на моем канале по Spin Tires. Может, еще вернусь к нему. Пока что там особо делать нечего. Ну, отлично, на мой взгляд. Но это в дальнейшем. Все, опять же, все в дальнейшем. Вот. По расписанию выхода видео. Здесь будем работать над этим. Тоже и хочется и побольше видеороликов выпускать. Но так тоже всю жизнь продолжаться не будет. Поэтому, скорее всего, я перейду на такое расписание, что, ну, как сделаю видео, так его и выложу. В абсолютно любой момент. То есть, какой-то на неделю, может, у меня на одной неделе два видеоролика выйти, на другой три, а на следующей неделе вообще по одному видеоролику. Не очень хочется выпускать один видеоролик в месяц. Ну, это лично не мое. Так вообще канал опустеет. Так что расписание тоже будем над этим работать. Я вам обязательно буду об этом сообщать. Сами все потом в дальнейшем узнаете. Сообщается, что все в группе ВК. Давайте теперь обсудим с вами вопросы, которые задают в группе ВК и очень часто задают в комментариях на Ютубе. Первый вопрос — это где достать данные игры. Сейчас вы эти игры можете достать на пиратских дисках и в интернете. Лицензий что на дисках, что в интернете нигде нет, только скачивая торренты. Лицензионные диски-то, ну, они по сути остались только у тех людей, у кого кто их купил во время выхода. Все, их больше сейчас нигде нет. Вот. В интернете вы можете скачать, мой вам совет, весь у вас золотая коллекция. В данный сборник вошли первая часть со всеми дополнениями и вторая часть УАЗа тоже со всеми дополнениями. Как вы помните, есть еще полный привод 2 Хаммер. Здесь вам рекомендую скачать полный привод 2 Хаммер Extreme Edition. Здесь отличие от обычного Хаммера в том, что вы можете на Хаммерах играть на уровнях из России. Еще вы можете вычитать, что там их может, что эту игру можно соединить со вторым полным приводом. Возможно, это можно было сделать с лицензионными копиями, но с играми, скачанными с интернета, это не проходит, не получается это сделать. Мой вам совет: даже не пытайтесь этим заниматься, вы просто потеряете кучу времени. Трофею Мурманск Владивосток 2 здесь одна единственная игрушка, к ней никаких дополнений
не было. Так и вводите. Полнопривод 3. Здесь вы можете скачать полный привод 3 последний поход. Последний поход — это дополнение. Поэтому вы сразу скачиваете полный привод 3 последний поход. Это максимальная версия игры. Второй вопрос — это почему игра не запускается? Самая основная причина — это то, что у вас новая версия Windows. Очень часто не запускается на 10, 8 Windows может не запуститься, и на 11. На 7 там практически все запускается. Может не запуститься только полный привод 1. Там уже XP-шка нужна. Ну, выход здесь один из самых банальных. Сначала попробуйте проверить, установили ли вы кодек WV9. Он очень часто прилагается к установочным файлам. Без него там, по-моему, звук что ли не воспроизводится. И выдает ошибку, и в итоге у вас игра не запускается. Если все в порядке, все установлено, то можете попробовать скачать программу, которая позволяет запускать виртуальный Windows. И вы можете, находясь в Windows 11, используя данную программу, установить себе 7 и уже в эту виртуальную 7 установить полный привод. И пробовать через него играть. В целом, вот, но такое решение проблемы. Мой вам совет: не пытайтесь переустанавливать Windows, игру. Ну, можете еще раз попробовать переустановить. Но на третий раз я рекомендую вам этого не делать. Драйвера переустанавливать не нужно. Это просто бессмысленная трата времени. Мой вам совет: не делайте этого. Это просто зря теряете время. Есть еще один вопрос, он касается саундтрека. Ребят, здесь все очень просто. Мной в свое время был создан плейлист в ВК. Плейлист называется «Полный привод 4x4 в квадратных скобках All Soundtrack», то есть весь саундтрек. Там я собрал треки из первой части, из второй части, из «Трофей Мурманск Владивосток 2 и из третьего полного привода. Там все, что именно играет во время игры. И оригинальные треки, как вы, наверное, знаете, там и минусовки играли, они тоже есть в этом плейлисте. Есть еще бонусный плейлист, там я собрал треки, которые играли в меню, в трейлере. Оказывается, на них тоже небольшой, но спрос есть, тоже про них спрашивают. Так что имейте в виду, что вот в ВК все это есть. Можете зайти в группу, зайти в аудиозаписи группы и там найти спокойно этот плейлист. Думаю, что музыку скачать в ВК у вас не составит большого труда. Треки там не заблокированы, но чаще всего это из-за творческих правоотношений, там могут заблокировать трек. Не потому, что он запрещен, а потому, что там вот правообладатель сказал вот удалить его, и вот так вот его удаляют. Все в этом роде. Но за год моего отсутствия все в порядке. Никакой трек не удален.
все доступно. Вот. Ну, вот это вот три, пожалуй, основных вопроса, которые очень часто задают. В целом, я хочу выразить большую благодарность всем, кто не отписался, ждал. Вы огромные молодцы, спасибо вам за все. Вы действительно помогаете мне дальше продолжать свой, так сказать, творческий путь, заниматься своим любимым делом, вести свой канал, делать видеоролики. Это действительно очень важно для меня. Творчество — это всегда хорошо. Спасибо вам огромное. Думаю, что у нас все получится, будем дальше развивать канал, будем дальше двигаться. Даже несмотря на то, что YouTube могут заблокировать. В любом случае, выход есть, ВК будем продолжать. Потом разблокируют YouTube и надеюсь, что мы туда спокойненько вернемся. Думаю, что все будет хорошо. Всем спасибо за просмотр, тот, кто досмотрел до конца, ну и просто тот, кто посмотрел. Всем спасибо. Всем пока.